Очень важный, на мой взгляд, вопрос, и касается он пользователей, которые не очень хорошо знакомы с интернетом, а именно я говорю о электронных платежных системах. И, конечно же, поскольку вопрос оплаты финансовой помощи вот этой вот является ключевым, а у широкого круга пользователей, незнакомых с электронными платежными системами, возникают трудности с оплатой и выводом средств. Вопрос заключается в следующем. Можно ли нам ожидать, планируется ли подключение прямой оплаты с банковских карт? И, наверное, что еще важно, это вывод непосредственно на карты банковские или на банковские счета. Прошу ответить на этот вопрос. Согласен, это ключевой момент, а также это очень серьезный вопрос. Потому что то, о чем вы сейчас спрашиваете, называется интернет-эквайринг. И процедура получения данной возможности намного сложнее, чем даже взять, например, в банке кредит на крупную сумму. И такая процедура занимает не один месяц. Тут особенно в следующем, то, что присутствует вопрос о деятельности. То есть, например, обычному интернет-магазину подключить такую услугу гораздо проще. В случае с Worldwine деятельность нашего проекта не является стандартной и требует особого внимания со стороны проверяющих органов и, как следствие, длительного времени. Но мы сейчас над этим работаем. И определенно могу сказать, то, что данная услуга будет обязательно подключена. Соответственно, появится и прямой вывод средств на банковские счета и карты, которые вы сможете указать непосредственно в своих кабинетах и получать деньги непосредственно на свои счета.